Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале SmartWatch, канал только о смарт-часах. Вообще, смарт-часы – это вещь классная. Их очень много и на разные вкусы. Я же сейчас буду говорить о часах Huawei Watch 3, Watch 3 Pro, которые работают на Harmony OS 3 и далее, да? И также о Google Pixel, Galaxy Watch 4, Galaxy Watch 5 и других часах, которые работают на Wear OS, начиная с третьей версии, и вот у меня уже на Watch 5 стоит Wear OS 4. Очень много приложений в Google есть, прям реально много, но нет таких приложений, допустим, которые бы вам помогли изменить рингтон, понимаете? Но это можно сделать сторонним софтом, вот таким, да. Либо это можно сделать через командную строку. На нашей части можно поставить MirPay, SberPay, можно поставить Telegram, Viber, вернее Viber, а WhatsApp и других очень много приложений, которые вы сейчас вот здесь везде видите. Видосиков куча, они есть в описании видео. И ставится это все, естественно, не через Play Market, а ручками, через ПК или смартфон. И если вы с этим не сталкивались, и вам сложно, конечно, можно вникнуть и раз, два, три, четыре, пять, шесть, и на десятый раз у вас получится. Но если вам действительно лень заморачиваться или у вас что-то не получается, у нас есть такая услуга, как удаленная настройка часов. Мы можем вам удалить лишний софт, который вам не нужен. Мы можем вам, наоборот, установить софт, который вам нужен, такие как, допустим, сигнализация Пандора, а вдруг вам надо, да? Ну или какие-то игрушки и так далее и тому подобное. Неважно. Можно это сделать на Huawei Watch 3, Watch 3 Pro и Watch 4 и Watch 4 Pro в том числе. А также, как я уже сказал, на другие, которые работают на Wear OS. В описании видео будут ссылочки на Telegram, куда вы можете написать с этой просьбой. Эта услуга, естественно, платная. Вам будет озвучено, смотря что вы хотите себе сделать, какая сумма, сколько это будет стоить. И работа, естественно, будет либо через ПК, либо через смартфон. Но, скорее всего, через ПК, удаленно. По часам на Wear OS буду работать я лично, а по часам Huawei будет работать Юра, с которым мы сотрудничаем. Он конкретно разработчик циферблатов для часов Huawei. Также он купил себе сейчас Huawei Watch 4 Pro. Говорит, вот такая крутая вещь. А он будет помогать вам в том, чтобы установить или наоборот удалить что-то вам с часов Huawei. Поэтому пишите, если вы нуждаетесь действительно в помощи. Спасибо за ваше внимание. До свидания и до новых встреч.